Сборная Казахстана по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Во втором матче групповой стадии наши спортсмены выиграли канадцев со счетом 3-0. Положил начало разгрому Михаил Кукушкин, который почти три часа потратил на победу в матче против Брейдена Шнура 6-3, 6-7, 5-7, 7-5. Затем Александр Бублик обыграл Вашика Поспешила со счетом 6-2, 7-6. А в заключительной игре наша пара Александр Недовезов и Андрей Голубев одолела Брейдена Шнура и Питера Пала. Теперь казахстанцы 1 декабря сыграют за выход в полуфинал со сборной Сербии, лидером которой является первый номер мирового рейтинга Новак Джокович. Начало в 22:00 по времени. Нурсултана. Напряженный матч, даже пара в итоге, которая уже, в принципе, ничего не определяла, но то есть она была тяжелая. Вот, поэтому нельзя сказать, там легкий матч. Каждая команда есть какие-то свои изюминки, поэтому с каждой командой уже в высшей лиге очень трудно играть в мировой. Вот, поэтому да, мы 6-й раз, и, конечно, будем стараться попасть первый раз в полуфинал, потому что для нас это такой очень хороший стимул, и постараемся сделать все, что от нас зависит.